перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Друзья, доброе утро. Давайте собирайтесь, у нас сегодня кулинарный эфир. У нас сегодня кулинарный эфир, и мы будем варить кое-что. Мы будем варить кое-что. Капу, друзья. Я буду варить капу. Сейчас я буду варить капу. Обзор на капу. Капа Bad Boy Pro Series. Капа Bad Boy Pro Series. Это только для bad boy'ев. Вот смотрите, капа. Вот такая вот капа. Вот такая вот охуенная капа. Смотрите. Веселая. И написано, что я плохой. Не говорили капу, не успели. А эта, она не лезет. Она не лезет, капа. Ее нужно сварить. Смотрите, она не сварена, она не готова. Не готова гулять. Мы будем варить капу. Друзья, кипяточек подошел. Подошел кипяточек. Наливаем в новую кастрюльку. Новая кастрюлька, новая капа. Да, друзья. Новая кастрюлька, новая капа. Что у меня есть? У меня есть таймер охуенный. Таймер. Рецепт капы простой. Отварил, как говорится, и пиздец. Так, сейчас. Парочку долбоебов. Поэтому сейчас мы в новую кастрюльку залили кипяточек. Уже отваренный. Сейчас немножко кастрюлечка прогреется. Да, я ее буду в прямом эфире. Я уже заготовил. Смотрите, что у меня есть. У меня есть капо. У меня есть капа. У меня есть тарелка с водой, чтобы ее охлаждать. И у меня есть таймер. Немецкий. Дорогущий таймер. Ёбаный мещанин. Я купил себе таймер. Давно, кстати. Охуенно. Ну что? Подходит, подходит водичка. Подходит водичка. Капа, капа. Все. Все, она там, она варится, друзья, она варится. Чуть-чуть сделаем меньше. Друзья, давайте засекаем одну минуту ебаную. Бля, у меня нет часов. У меня нет часов, потому что у меня нет Ролекса. Мне нужен Ролекс. Мне нужен Ролекс. Хорошо, я сейчас есть часы. Вот, на другом телефоне у меня часы 23.14. Сейчас 23.14. Окей. 23.15 мы вытаскиваем капу. Как ты там, братишка? Как ты там? Мне сказали одну минутку варить. Могу предположить, что это супер капа, ее надо варить дальше. Посмотрим. Вот так, друзья, смотрите, как она там. Смотрите, какие там пиздата. Смотрите, какие пиздата там. Смотрите, она там варится, кайфует. Вот она уже разбухла, ёбаная капа. Она разбухла. Она разбухла. Но минута-то еще не прошла. Все нормально, друзья. Все, это, блядь. Капу варишь? Нет, я ее не парю. Она, блядь, она не должна в кипятке вариться. Она не должна вариться в кипящей хуйне.
А это и так кипяток. Так что вот так вот, друзья. Ну что, прошла минута, да? Прошла минута. Дайте минуту и чуть-чуть, скажем так. Чем же мы ее будем вынимать? Тощий бот, все слушайте. У меня есть ложка. У меня есть ложка и капа. Какая же она уже? Ой, она все уже. Она сварилась. Она подварилась. Мы ее... Блять, она пристала к ложке. Мы ее должны охладить. Охладить. Немножечко, чтобы не обжечься. Немножечко. Посмотрим, что там. Ну, смотрим, друзья. Какая-то хуйня, мне кажется, она ебаная. Ну, хуёво. Какая-то хуйня. Блять, хуйня какая-то. Короче, нихуя не получилось, капа. Нихуя не получилось. Либо она ебаная, либо я долбоеб. Я думаю, что второе, конечно же. Придется новую капу покупать. С первого раза не получилось. Потом мышь упадет. Не знаю. Я не знаю. Покажем завтра тренеру. И тренер скажет, работает эта хуйня или нет. Ну что, с первого раза, конечно, не получится ни плов, ни капа. Первая капа кома, говно какое-то. Ну какое-то говно. Ну какого хуя знает. Посмотрим. Посмотрим, какая-то ебанина. Капа ебаная. Блять, кривая, косая, нахуй. Я ее переварил, скорее всего. Ну, блять, я ее минуту варил. Минуту и чуть больше. Ну, похуй, в принципе. Могу себе позволить еще одну капу купить. Не... Так, переварил или не доварил, друзья? Мне кажется, я ее переварил. А может, и капа дерьмовая. А может быть, и капа дерьмовая. Его знает. Ну, бывает, друзья. Давайте пообщаемся, загладим. Да, для новой капы. Короче, говно ебаное. Похуй. А может пойдет? Не добавил соли, все правильно. Надо было соли добавить. Ну что, друзья, весь мир видел, как я отварил дерьмово капу. Но капа на то и капа, что зато есть от нее упаковочка. В нее можно складывать вставные челюсти однажды будет. Хорошо, хоть зубы не окрасила. Тебя на рипе выложили. Ну, что поделать. Выложили, значит, выложили. Выложили, значит, выложили. Давайте, друзья, раз мы уж собрались, скрасим наш прекрасный день ответами на охуительные вопросы.
Жизнь нормальная. Я немножко расстроился, если честно. Но с другой стороны, что я ожидал? Я никогда не варил капу. Вот. И понятное дело, я вот, чтобы творожники, великолепные творожнички, научиться готовить, готовил их сотню раз. Гречку в пакетиках варите, пожалуйста, друзья, в пакетиках. Варите гречку в пакетиках. Да, будут сольные... Сольные... Арина, смотри! Я собрал, наконец-то я собрал этот пазл. Я собрал этот пазл. Вот он. Красиво. О, какой кайф. Вообще, красивая картинка. Я наконец-таки собрал этот пазл. Теперь он великолепен. Так что вот так вот. Концерты будут. Все отправят. Букер в студии. Донбасс Борн охуенный. Белка ест Сникерс. Это новый бит. Это новый бит. Витя здесь, все здесь. Сейчас Фалин придет, пизда всем. Так, дальше. А сырки от Славы обзор не знаю, друзья. Что еще вам сказать? Это Витя ремонт начал хуярить. Ёбаный Витя, мы тебя выгоним из антихайпа. Не надо делать ремонт. Меня за стенкой. Не надо делать мне ремонт. Дома делай. Мебель из Икеи. Да, братишка, бери. Можешь же просто мебель из Икеи заказать из интернета, и они тебя привезут, и ты не будешь ебаться ждать. Вообще как будешь. Великолепный царь. Нет, не видел. Новый альбом от Замая, конечно, будет. В следующем году будет новый альбом от Замая. Больше всего из музеев люблю ходить. Русский музей. Оверхайп 4. Ничего не знаю. Нет. Нет или не знаю. Нет. Привет. Похоронил юбилей. Охуенное. Мне юбилей очень понравился. Джубили мне напомнил. В первом раунде меня. Меня напомнил. Джубили. Охуенный. Первый раунд охуенный вот это в длинном плаще про панчлайн. Это вот мои уебищные шутки. Хорошо, я послушаю. Концерты за границей. За границей здравого смысла. Джубили. Да, Джубили показал респект. Мой флоу такой больной, что у меня температура. Только что из клуба. Трахнул 20 туров. Страну, чтобы интересно и недорого. Чехия. Тур. Весной. Концерты весной. Все будет, друзья. Мы все готовим. Мы все готовим. Мы хотим больше выступать. Я понял, что мы маловато выступаем. Блять, вот всякие там вписываются. Ладно, мы изгои ебаные. Нас никуда не зовут. Только на маятник Фуко один раз звали. Вот, а так мы изгои ебаные, нас не зовут. И мы должны больше выступать. Мы должны выступать больше. Всем пацанам привет. Всем девчонкам привет. Капа не получилось, ну и хуй с ней. ВК-фест, да, ну все, это было 1000 лет назад. Я уроженец. Прозвенел будильник, мне пора. Будут ли еще футболки с твоим лицом? Они уже есть. Они уже есть. Они уже есть. Арина, ты должна подыгрывать, говорить, да, вы изгои, вас никуда не зовут. Это ты делаешь так, что у меня и капа не получилось, и, блядь, и
вранье я тут рассказываю. В Харьков тоже приедем обязательно. Ауе. Ауе, молодой Бишкек. Я всегда делал круто. Я изгой, я им не пытаюсь быть. Я научился. Научился быть изгоем. Труд сделал из обезьяны изгоя. Все правильно, все правильно. Труд, только труд. Тяжелый труд, нечеловеческий. Или Липецк. Донецк или Липецк, выбирайте сами. Все, друзья. О, корюшон. Кирюшон. Корнишон паки. Все, давайте, друзья. Пойду я делами заниматься. Что поделать? Я такой вышел сумбурный эфир. Я всех люблю. Никита, иди гуляй. Вот так вот. Побежал на рифмы панч.